Талисман баскетбольного клуба «Химки» Ёж улетел в космос. Он стал первым маскотом, который увидел Землю из иллюминатора. Игрушка отправилась в полет на корабле «Союз МС-13». Видео запуска ракеты появилось в официальных аккаунтах баскетбольной команды. А вот утенок, который улетел в космическое путешествие вместе с Ёжом, остался неопознанным. Когда плюшевые космонавты вернутся на Землю, пока не сообщается.